Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть Драконы в Всадники Улха. Ну что, новый месяц, первый день. Забрали с тобой ресурсы. Так, смотрим, что нам Беззубик принес. Блин, ну вот это бы мне, конечно, больше нужно. Но Дрожжезуб пускай будет, ребята. Пускай, кстати, у нас тут уже яйцо какое-то. Эй! А, вот, открыть. Скользкопев, по-моему, да? Угу, именно он. Именно он, друзья мои. Именно скользкопев. Так, здесь рыбу забрали. Этого парня, само собой. Хотя, подожди. Стоит ли мне его... мы хотели жестоб... Ладно. Ладно, давай его прокачивать. Прокачали, да? Нормально прокачали? Эй, прокачники тоже мне. Пока не получается, ребята, его прокачать. Не хватает у нас рыбы. Поэтому он идет вперед за древесиной. Ну что ж, тогда посмотрим, что наши ребятулечки здесь нам принесли. Ну, во-первых, тут тусклый янтарь. Оставим его в покое, пускай он летит бесплатно. Так, здесь нам выпадает руны. Громили. Бесплатно пускай летит. Дальше. У нас кривоклык, который дает нам 1500 тусклого интерьера. Нападение пускай летит. И, конечно же, Громгильда. Громгильда нам дает шестеренки наверняка. Угу. Дождешься ты от них что-нибудь нормальное? Конечно, нет, ребят. Конечно, ничего нормального ты от них не дождешься. О, панцирь золотой черепахи. Знать бы еще, куда он нам нужен. Цены бы не было бы. Так, я, наверное, без... Подожди, у нас же с Беззубиком есть... Так, поручить кипятильнику. Угу. Это обмен. Вот, начать. Блин, горелый, начать не получится, друзья, начать у меня. Потому что там требуется 95 уровень. А он у нас 93-го. И сам знаешь, сколько он... 300 миллионов рыбы, друзья, нужно, чтобы поднять им уровень. Но согласись, это... Это дофига. Это просто, ребята, дофигище. Это, чтобы ему поднять уровень, это почти лям. Почти лям, ребята, надо в него вложить какие-то... Офигеть, какие ценники, ребят. Офигеть. Мы можем, кстати, его обучить. Но я, наверное, пока воздержусь. Пока воздержусь. Пока все вот этих вот отправляем, как обычно, ребят, на поиски. На поиски ресурсов. Пускай они там ищут, собирают все, что... Подожди, куда ты вернулся-то? Лети давай. Этот у нас обучиться желает, поэтому отправляем его. Также, по-моему, этот у нас не против пойти подкачаться маленечко. Красавица ты моя, принцесса огнеедов. С тобой-то что делать? Давай за древесиной тебя отправим. И этот тоже. Кстати, вот этого, ребята, надо прокачивать. 123 уровень, по-моему, последний. Ай, была не была, пускай летит. У нас будет еще один дракон. Нам нужно 6 или сколько там, 18 драконов запредельного уровня. Я не знаю, когда это все у нас получится сделать. Просто не знаю. Ой, вернись. Вот куда иди. Туда ты можешь лететь спокойненько. Чешуя. Ну, чешуя так чешуя. И этого не докачали, и того не докачали, блин, все как-то у нас. Опа. Опа, полетел. Полетел пацан прокачиваться. Здесь чешуя, давно, кстати, чешуя нам не упадала. Выпала. Только нам от нее толку никакого. Этот грибами нас решил сегодня попотчевать. Так, у Йохана что там?
Обмен. Обмен. Да ну его. Хотя нам нужно, ребята, 6 обменов сделать для задания у Йохана. Ну блин, ну мне жалко руны тратить. Я думаю, ты со мной согласишься, да? Руны тратить на Йохана — это, по-моему, последнее дело. Но все равно ведь заставит. Все равно ведь придется это делать. Так, гнилец. Давай вперед с песней. И ты тоже вперед с песней. Так, ребят, на рынок бежим и, ну, собираем наши награды. Тут такие вшивенькие. О, тут даже два раза. Два раза по 50, это уже сотка. И тут 150. Ух, две награды в карман. Две награды, ребятушки, у нас летит в карман. То есть это 30 рун и 500 в плане. А что, склянки еще... Не понял. 8 часов 10 минут. Еще будет действовать. И ничего хорошего мне здесь не досталось. Кто бы, блин, в этом сомневался, а? Спасибо за этот вшивенький блестящий янтарь. Одиночный, к тому же. Этот ничего толкового не принесет никогда. Все одно и то же. Все одно и то же он приносит нам. Ну что, вроде бы по драконам у нас все. Все, как говорится, у нас в пределе, все работают. Нам только нужно будет открыть с тобой загадочный бесплатный пак. И, кстати, у нас накопилось 100 монет. Не пора ли нам открыть пак с ресурсами? Как ты на это смотришь? Я лично думаю, что пора бы. Пора бы нам открыть. Вот они, сокровища, да? Сокровища же. Ну давай. Я не знаю, какое тут нужно везение, чтобы, ребята, вам выпало то, что вы говорите. Ну, мне, вот лично мне ничего не выпадает из этого всего. Ты глядишь, событий-то нету никаких. Грязи-плюх. Название такое — грязи-плюх. Он любит в грязи... Ну, он, наверное, любит в грязи плюхаться. Представляешь, ты идешь такой, дракон там в грязи. Плюхается, ёпрасты. Да. Плюхач. Тогда что, ребят, тогда сегодня просто элементарная будет арена. У нас как раз с тобой нету паков. Я тебе в той серии говорил, что если не будет никакого события, мы пойдем просто-напросто набивать два пака вождя. Ну и, соответственно, три пака для открытия. Для открытия. Тут по-другому никак нельзя. И начну я, конечно же, разбирать престиголового. Потому что это еще тот чепушило. Сейчас фаербол. Ну, конечно же, фаербол. Ну, его хлебом не корми, дай фаербольчик бомбануть. Так же, как, в принципе, и вот этому громлю. Он тоже, ребят, подхалим еще тот. Так, минусуем одного. Ага. Ага. Я, наверное, все-таки буду в первую очередь разбирать громля. Потому что сейчас фаербол полетит. Он не упускает, ребят, такой возможности, чтобы его не использовать. Поверь мне. Он постоянно его использует. И, наверное, сейчас уничтожит мне барсика. Естественно, этот подхалим знает, куда бомбить. Мы сейчас отомстим громылю. Вот. И он будет глушить. Он, друзья, будет сейчас разбег делать. У него фулл энергия. И побежит он, наверное. Я так и думал. Я догадывался. Я в душе думал, все-таки пойдет на кривоклыка. Нет. Нет, именно на штормореза. И начинает его гаденыш кромсать. Начинает его кромсать, понимаешь? Поэтому сейчас мы в отместку его ушатаем. На, распишись.
Так, ребята, у нас следующий поединок, и я вижу здесь истинного шепота смерти, плюс еще и кривец здесь. То есть два таких самых противных персонажа воткнули в одну битву. Мне не нравится такой расклад. Вообще не нравится. Как-то надо нам сделать так, чтобы ни этот не успел сделать свой суперудар. Но один так точно не сделает. А вот кревет. Вот кревет, ребятушки, под большим вопросом. Если это сейчас применит суператаку. Угу. Давай сюда. Что там? Это еще фигня, ребят. Это цветочки. По сравнению с тем, что он мог бы сделать. А этот начинает распаляться, да? На всех драконов. Кого видит, того и бомбит. Блин, ветрокрыл здесь. Ё-моё. Так, у нас и это здесь, и чудовище. Я начну с чудовища, наверное. По возможности. Потом-то что, этого, наверное? Или ветрокрыл? Как-то надо будет распределить приоритеты. У этого массовая атака, причем мы знаем, какая она мощная. И... ёпарас, это три фаербола. Ушатал. Ты прикинь, он ушатал. Твою налево. Даже если... Ну, я попробую, конечно, через слепоту отыграть. У меня, в принципе, должно получиться, ребят. Вот, через слепоту будем бомбить. Хотя вот здесь я немножко сглупил. Не так надо было все это сделать. Добьешь, надеюсь, ты его? Ну, хотя бы так. У нас еще есть, ребята, шанс его победить. Даже если он сейчас будет делать суператаку, он слепой, ребята. Он ничего не видит. Он не видит, куда он бьет. И на следующий ход мы опять навешиваем ему слепоты. Вот таким вот образом. То есть у нас еще есть с тобой два хода. Если бы еще не вот этот отхил у него, цены бы, ребята, не было. Но он мажет. Он мажет жестко. Добьем? Есть. Я просто испугался, а вдруг не добили бы. Так, ребят, ну, как вы видите, три обычных пака. Не очень, конечно, нам повезло в этот раз. И пак вождя. Кревец, шипорез, громлезащитник, громорог, отпрыск, кнут и прут. Ну что, я думаю, мы пойдем, наверное, еще за одним паком вождя. Просто паки мы с тобой уже получать не будем, а вот пак вождя вполне реально набить. Да чтоб тебя. Опять ветрокрыл и этот чудовище, блин, вот это вот. Громорог. Я даже не знаю, что мне с ним делать-то. Но нахлобучить, в принципе, можно постараться. Этот фаерболами своими заколупает сейчас. Но промахнулся. Ох, даже как. Даже так. И опять бедный мой этот шторморез, ребята, попадает в немилость. Вот что я хотел сказать. Фиолка. Зачем я сейчас буду что-то тратить? Я ничего не хочу тратить. Я так его попробую разобрать. Черт подери. Давай добивай его. Да ну нафиг, какое, блин, он получил. Он получил. Все, ребят, хана моему этому. Он его сейчас шлепнет. Они всегда бьют, ребят, у кого мало хп. А Барсик здесь бесполезен. Вот что он тут один сделает? Фу, как паршиво сыграно было, ребята. Ну это вообще, это... Мы ему отнимаем здоровье, он с одного удара, ребят, все это восстанавливает. Нет, его тоже сейчас заморозит.
Офигеть. Накопил себе энергии, чепушило несчастно за то, что у него, блин, подбили этого дракона. Халява, просто халявщик, а. Давай попробуем в этом поединке сыграть более-менее хорошо. По большому счету надо начинать с сардельки. Но пока мы будем пинать сардельку, этот будет лишний раз ходить, понимаешь? И у нас очень много уйдет времени на эти все. Ах, красавец какой. Вот сейчас ты хорошо сработал. Вот это плохо. Фига себе. Барсика почти не осталось, ребят. Да не почти, его и не осталось. Вот так вот. И сейчас они начнут тут вытанцовывать. Реверансы. Я знаю только одно, что вот этого мы с тобой сейчас уроем. Просто-напросто. Нахлобучим сейчас его, и он будет валяться там, просить о помощи. Так, минус сардель. Он сейчас опять ходит. И добьет. Он добьет, скорее всего. Нет? Не добил. Не добил, ну тогда извиняй, пацан. Это не поможет. Давай просто кусанем. Почему, ребят, не поможет? Он сейчас в любом... А, вот как. Тогда живем. Тогда, друзья, живем. Еще даже живем, цветем и пахнем, я бы тебе так сказал бы. Я-то думал, что все, он сейчас звезданет. А он пропустил свой ход. Так что... Он попался. Он попался, разобрался на куски. До свидания. Так, по идее, это должен быть последний поединок, если мы с тобой одолеем здесь всех. Я скажу, что Кривоклык меня сейчас вообще нисколько не пугает. Этот, в принципе, тоже. Я думаю, что мы их сейчас ушатаем. Это самая простецкая будет катка. Ну что, ну Кривоклык, ну да, кусается больно. Но он больно кусает кого? Только стражей. А у нас, как ты видишь, стражей и нету. Вот Голодрань сейчас будет вытворять. Этот, да, этот пакостник еще тот. Но если брать по совокупности... Черт, не хотелось бы, конечно, потерять бы мне. А возможно, не потеряем. А возможно, потеряем. Этот, если сделает разбег, друзья мои, по незащищенному, он его ушатает. Или же нет, не получится. Я не знаю, у него очень медленная, ребята, инициатива. Ты видел? Он пропускает аж целый ход, чтобы что-то там сделать. Ну что, добиваем? Ну да. Ну что же, открываем с тобой последний пак вождя. Громобой, шторморез, костолом, шепот смерти и вострозуб, и клыкокриф. Еще и плюс две награды. Да. Как-то так, друзья мои, как-то так у нас сегодня прошла серия. Просто с тобой набили два пока вождя и все. Больше нам тут ничегошеньки не предложат. Так, у нас есть... А, рыбы мало, 192 миллиона. Да. А сколько нам нужно прокачать? Сейчас мы уточним. 18, ребята, 18 драконов 124 уровня. 18! Ты просто представь. У меня из 124, по-моему, только один. По-моему, только один. Ну, вот этот вот будет второй. О-хо-хо-хо-хо. А я говорил, ребята, что надо качать слабеньких. Вот этих вот слабых. Для чего? Да элементарно, ребят. Они быстрее получат 124 уровень. Вот этот, например, древоруб, который... Они, во-первых, дешево нам обходятся в прокачке. И мы их быстрее прокачаем. Ну ты представь, 18 драконов. Ну, не 5, не 3, не 6, не 10, а 18. Это очень много, и это очень долго. Поэтому, наверное, мы действительно будем... А кто это там купается? Викинги, что ли? Ну да.
у горящем источнике. Поэтому, наверное, мы все-таки будем с тобой прокачивать не как вы говорили, прокачивать там этих больших, крупных, эпических, а простеньких, наоборот, самых-самых простецких. И только тогда мы сможем с тобой прокачаться дальше. Иначе тут тупиковая ситуация. Можно веками играть и никакого прибавки никакой не получить. Ну что, друзья, на сегодня, пожалуй, будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков. Тихо. А это вот и что? Такой, смотрю, лапа торчит. Я его забыл просто отправить. Хорошо? Хорошо увидел, да? Ну а теперь точно все.